Ребята, всем вам большой пушистый приветик от кошечек Анжелы, Алинки, Сонечки и Настеньки, которая вот сейчас подросла. Давайте порадуемся вместе за нашу Настеньку. А что это значит? Если Настенька подросла, то значит и Алинка сегодня тоже подрастет. Поэтому, ребята, давайте дождемся. Вырастет ли сегодня Алинка? Получит ли она новый уровень? Сегодня узнаем. Вот, ребятки, классно, наши кошечки сегодня проводят денечек. Они ходили в парк с самого утра. И вы знаете что? Их встретил фотограф известный и предложил им съемку в журнале. И причем необычные образы будут у наших кошечек. Чуть попозже мы узнаем, какие же образы будут у наших кошечек Анжелочки, Алиночки, Сонечки и Настеньки. А сейчас купаются наши кошечки, приводят себя в порядок, чтобы потом нарядиться для съемки в журнале. Очень классно! А теперь мы покушаем! И давайте-ка покушаем. Анжелочка и Алинка будут кушать холодную пищу, а Сонечка и Настя горячую. Вот Анжела уже нашла мороженое. Алинка тоже мороженое? У нее есть холодный апельсиновый сок и мороженка. Ну, я думаю, горлышко не заболит у наших кошечек. Они у нас закаленные. И горячую пищу кушает Сонечка. Пицца обалденная, только с духовки. Вкусная горячая пицца. И, Настенька, что у тебя есть горячее? Ой, только сваренная овсяная кашка. И обалденный горячий супик для Сонечки. Что-то еще хочется и такое потеплее. Что же выберет Сонечка? Давай-ка вот этот горячий гамбургер. Вот классненько, наелись кошечки. И, конечно же, почистим зубки. Ребята, сегодня вас ждут сигны от кошечек, поэтому не переключайте видео, дождитесь. Разыгрывать будем 6 сигн. И увидим, кто у нас счастливчик. Кому достанутся сигночки от кошечек, я знаю, вам нравится очень получать сигны. Поэтому дождитесь. И еще, ребята, вам будет задание. Поскольку наши кошечки, Алинка, Настенька, Дианочка и Алиса будут собираться в школу, я потом продолжу, а сейчас поздравлю Алинку с получением нового уровня. Молодец, Алиночка, мы тебя поздравляем, ребята. Кстати, не забудьте лайки поставить нашим кошечкам. Алинке и Настеньке особенно, потому что они выросли. А за лайки вам поцелуйчики, наши любимые зрители. Те, кто ставит нам лайки, получают самые огромные, большие поцелуйчики от наших кошечек. Да, и вот я остановилась, что Алинка, Настя, Дианочка и Алисочка будут собираться в школу, ведь каникулы уже заканчиваются. Я знаю, ребята, что на каникулах, конечно, круто, но в школу тоже надо ходить. И напишите в комментариях, зачем же нужно ходить в школу, и что в школе есть классного. И я в следующий раз зачитаю нашим кошечкам-девчонкам лучшие ваши комментарии про школу. Поэтому не забывайте, пишите комментарии про то, для чего нужна школа и почему полезно учиться, да? Не забудьте. А сейчас, ребята, вот смотрите приготовление наших кошечек. Анжелочка и Алинка уже начинают готовиться, и у них сегодня такие образы ангелочков. А мы с удовольствием читаем ваши самые лучшие комментарии, которые понравились нам с кошечками. И также не забывайте писать комментарии. Ну и вот Анжелочка выбрала вот такой классный наряд с крылышками ангелочка. Отлично, Анжелочка, очень красивый образ. И вот такое белое платьице у нашей кошечки Алинки. Мои умнички кошечки уже нарядились. Прически у них есть. Конечно же, выберем глаза ангела. И для Анжелочки, и для Алинки белые шубки подходят отлично. Вот такие у нас нежные ангелочки. И я думаю, что макияж для ангелочка Анжелочки и Алинки должны быть макияжи тоже такие нежные. Вот поэтому у нас нежные румяна для кошечки Анжелы. Вот такие нежно-розовые тени на красивые ангельские глазки нашей кошечки Анжелы. Реснички замечательные, голубенькие, нежные-нежные. И, конечно же, губная помада тоже такого светло-розового оттенка. Очень красивая наша Анжелочка, правда, ребята? А теперь Алинка тоже делает нежненький макияжик. Вот такой красивый макияж у нашей кошечки Алинки. И такие классные комментарии для наших кошечек. Спасибо большое, ребята, кто пишет комментарии. Мы с кошечками очень любим читать ваши комментарии. Особенно классные-классные такие, как вы пишете. Вот, и наши ангелочки уже готовы. Кстати, у Алинки еще на фотостудии будут специальные крылышки, которые она оденет. И будет вообще настоящим ангелочком. А сейчас они даже делают у себя ангельскую такую террасу. Вот голубой пол. И, наверное, давай вот такой вот голубой
Фон Нью-Йорка. Вот такие красивые террасочки получились. Ух ты, красота, да? Алинке очень понравилось. Она обожает, когда у нее что-то новенькое появляется. Вот как классно, Алинка, да? Сегодня такой хороший день. Ты подросла и вот так классно проводишь денечек. Итак, давайте посмотрим фотографии наших кошечек-ангелочков Анжелочки и Алинки. Алинке не хватает крылышек, да? У Анжелы такие классные крылышки. Но Алинке тоже оденут такие же крылышки для съемки. Кстати, ребята, в Инстаграме я выставлю фотографию нашей Алинки с крылышками. И с нимбом будет настоящий ангелочек наша Алинка. Так, ну что же, ребята, наши ангелочки пофотались. Анжелочка и Алинка. Очень классно. Ну, а теперь давайте-ка переходим к сигнам. Кто ждет, везунчики, смотрите вот под этим видео. Мы копируем ссылку и вставляем ее в программу. И выбираем первый победитель у нас, Ромашка Катя. Надеюсь, получу сигну. Если нет, то я не обижусь, зато другим повезет. Видишь, как классно. И ты получила сигну. Итак, для Ромашки Кати вот сердечко. И вот такая сигночка от кошечки Анжелы. Ромашка Катя, поздравляю тебя. Следующий победитель у нас. И это бумажные сюрпризы. Так, привет, мне никогда не везет, а может и повезет. Я Ира Тупкалова мяч. Ира, поздравляю тебя. Видишь, ты оказалась даже везунчиком. Поэтому, ребята, не расстраивайтесь. Если вам не повезет, обязательно выиграйте. Вот даже невезучая Ира получила сигночку. Поздравляем Ирочку. Вот такая сигна ей от кошечки Алинки. И еще я хочу подарить сигну для Анны Гриненко, которая с нами уже очень-очень давно. И в основном очень много сюжетов, которые она придумает, наши кошечки потом используют в видео. Поэтому, Анечка, спасибо тебе и для тебя сигночка от кошечек. Ну а теперь, ребята, переходим к Сонечке и Настеньке, которым тоже сегодня необходимо преобразиться. И образы у них будут, ну, совсем необычные для лета. Это будут новогодние кошечки. Вот так вот захотел фотограф сделать из наших кошечек новогодних. Новогодняя Сонечка и Настенька. И это очень красивые наряды будут. Мне кажется, сегодня наша Сонечка и Настенька будут такие яркие, праздничные кошечки. Правда, вот Настенька одела, даже не одела, а сделала такую вот красивую оранжевую прическу, такую новогоднюю, да? И Сонечка тоже у нас в классном новогоднем костюмчике с красными глазками и зелеными глазками Настенькову, как настоящая елочка, зеленоглазая наша кошечка Настенька. Сонечка, ух ты, сделала какую классную раскраску себе. На лице снежинка и блестящие губки. А вот у Настеньки красивая красные туфли, и посмотрим, какой же будет макияж. Ну, щечки у нее нежненькие, у нашей нежненькой Настеньки, и зелененькие тени. Вот такие классные зеленые тени у нашей кошечки Насти. Коричневая тушь и, конечно же, ярко-красная помада. Она сегодня такая яркая, новогодняя кошечка. Сейчас посмотрим. Вот какая получилась у нас Настенька, красавица, и Сонечка, и Настенька, такие красавицы новогодние кошечки. Ну и сделаем вам такую чуть новогоднюю террасу, вот так со снегом, поменяем вам пол. И вот что получилось у наших кошечек. Так, обрадуются ли они новой обстановочке? Конечно же, Настенька очень-очень обрадовалась, да, наша малышка. Очень довольна. Ей очень нравится этот фон. И теперь давайте-ка сделаем фотографии наших новогодних кошечек. Сонечка, Настенька. И после фотосессии этой у нас еще неразыгранных 3 сигны. Счастливчики! Кто же победит? Интересно будет узнать. Так, ну вот, классные фоточки. Прикольная у Сонечки фотография получилась. Мне очень нравится. И красавица наша Настенька тоже делает отличную фотографию. И вот на таком апельсиновом фоне, ух ты, как классно, сделали фотографию Сонечка и Настенька. Нам посылает сердечко классное, кстати, да, за ваши классные комментарии. А теперь розыгрыш. Итак, наш четвертый победитель Соня Кузьмина. Привет, ничего, что я не получила сигну. Меня зовут Соня, я вас люблю. Конечно же, вот ты получила сигму, наш четвертый счастливчик, Соня Кузьмина.
И сердечко для тебя. И сигночка от кошечки Сони. Вот от Сони, Сонечки Кузьминой. Видите, как получилось удачно. И следующий победитель. Итак, это Ксения Удовенко. Спасибо, что за меня болеешь. Смотрите, какой обалденный комментарий. У нее, кстати, очень классные комментарии были. Поэтому я за нее, в принципе, да, и болела. И хотела, чтобы она его получила. Ксения Удовенко. Ух ты, классненько. От кошечки Настеньки для тебя сигночка. И еще одна сигночка от меня, Вероники Петрив, которая тоже с нашим каналом очень-очень давно. Я ее помню, она не пропускала ни одного видео, и поэтому для нее вот такая вот сигночка от кошечек. Спасибо большое, ребятки, за ваши классные комментарии, за то, что вы долго-долго остаетесь с нами. И сигны нас еще, конечно, ждут, поэтому, ребята, пишем комментарии. Чем больше комментариев под видео, тем больше у вас шанс выиграть сигночку. Поэтому, ребятки, жду ваших комментариев, и в следующий раз мы встретимся с нашими кошечками и разыграем сигну от кошечек, а также не забудьте написать в комментарии про школу то, что я вас просила. Ну что же, а сейчас всем пока-пока!